Берем наши лимончики и виноград, который сделали лимонад, два йогурта, просто натуральных йогурта, или можно сметаной заменить. Тут 125 грамм йогурта дважды, два яйца, один пакетик разрыхлителя, мука и сахар, и масло подсолнечное. Все ингредиенты. Сразу йогурт. И йогуртом будем замерять, сколько муки и сахара нам нужно. Добавляю один стаканчик йогуртного сахара. Сахар добавляю. Я добавляю чуть меньше, вы как хотите. Если вы любите сладкое, добавьте целый стаканчик. Я добавляю вот так, чуть-чуть меньше стаканчика. Добавляю вот так, чуть меньше стаканчика. И добавляем 4 стаканчика муки. Добавить аром лимончика, чайную ложечку, разрыхлителя, добавляем чуть меньше полного стакана, 75% стаканчика добавляю, вот так, добавляем 2 яйца, вмешиваем. Наши лимончики можно положить вот так, а можно нарезать. Я оставлю несколько для декорации сверху, а все остальные нарежу. Лимон, вкус лимона остался нормальный, нету ни кислости, ничего, просто лимончик. Перемешиваем в нашем тесте. Перелаживаем формочку. Горячую духовку 180 градусов 40 минут. Так испек самого пирог. Проверяем зубочисткой. Ничего не приклеено, значит все готово. Такой пирог у меня получился, лимонный пирог. Мы все использовали, ничего не выкидаем. До скорой встречи на моем канале.